Друзі, як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами дізнаємось, як уникати суєти і зберігати мир душі. В цьому нам допоможе наш сьогоднішній гість – протоієрей Михаїл Бойко, настоятель Свято-Никольської соборної церкви. Отец Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Очень рады вас видеть в нашей студии, чтобы молвить и слово спасительное, и души просвещать, и умы. Отец Михаил, мы продолжаем цикл передач о церковных таинствах. И в прошлой нашей беседе мы говорили о таинстве крещения. А сегодня давайте поговорим о таинстве, о самом главном церковном таинстве Святой Евхаристии, причастии. Конечно, таинство крещения – это таинство, когда человек становится христианином, поскольку каждый из нас крещается во имя Отца и Сына и Святого Духа в образ смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Но в дальнейшем, став христианином, в каждом таинстве крещения христианин обещает служить Господу, стремиться к единению с Ним. Поэтому таинство одним из самых главных является таинство Святой Евхаристии, Святое Причащение, поскольку оно было установлено Господом нашим Иисусом Христом еще на Тайной Вечере до предательства Иуды, до его страданий на кресте. И это таинство он совершил среди своих учеников и апостолов, преподав им, об этом указывают все евангелисты, хлеб, и сказал: «Примите, едите сие с телом мое», также преподал им чашу, сказал: «Пейте ли я все сие, есть кровь моя», и добавил: «Сие творите мои воспоминания». То есть это таинство должно непрерывно всегда совершаться на земле, в христианской среде, поскольку благодаря этому таинству мы становимся сродными Господу, и это таинство, наше единение является залогом нашего дальнейшего спасения. Ведь наше единение с своим Господом нашим начинается здесь, на земле. И на земное единение нас упутствует до единения небесного. То есть, отец Михаил, можно сказать, что таинство Святого Евхаристия, причастие, оно существует больше 2000 лет непрерывно. Оно существует с самого момента, когда Господь заповедал апостолам это совершать. И надо учитывать тот момент, что оно непрерывно существует не только лишь, но оно непрерывно продолжается, как день сменяет ночь, поутру всегда начинается литургия. И по кругу на земном шаре, везде есть христиане, совершается это таинство Святой Евхаристии каждодневно. Отец Михаил, во время крещения, даже если крестят младенца, все равно у него есть восприемники. Можно сказать, что человек во время таинства крещения, он приносит присягу на верность Богу. И потом уже он получает возможность участвовать в дальнейшем таинстве, то есть в таинстве Святой Евхаристии. Все таинства, которые являются, имеют божественное установление, они даны Господом для человека возрождения в духовной его жизни. И непосредственно есть таинство, которое мы единожды в жизни принимаем, но таинство Святой Евхаристии, оно имеет значение на все продолжение всей жизни человека на земле, верующего человека, поскольку без таинства Евхаристии человеку невозможно спасение как таковое. Отец Михаил, Святая Евхаристия происходит во время литургии. Да. Вот вы сказали сейчас, что каждый день утром, когда восходит солнце, служится божественная литургия. Это всегда так и было. Даже учитывая, смотря в историю первых веков христианства, совершались сначала при апостольском времени преломление хлеба, а также эти собрания начали называться агапами, вечерей любви, где собирались апостолы, и также уже апостольские какие преемники продолжали совершать преломление хлеба на вечерах любви агапов, воспоминания того, что Господь заповедовал им. Но само это таинство, насколько таинственно таинство воплощения Сына Человеческого. Мы никак не в силах человека познать, каким образом присуществляется хлеб и вино в тело и кровь Христову, поскольку нам также не дано знать, каким образом невместимый Господь, Сын Божий, стал Сыном Человеческим через Деву Марию, воплотившийся ради нас и ради нашего спасения. Поэтому святые отцы никогда не задавались вопросом познать истину до конца эту, поскольку это то великое таинство, которым человек тоже принял благоветь, и в этом таинстве заключается вся полнота любви Божией, поскольку человек
не может спастись без Господа, если он не будет единиться с Ним, и для этого же единения Господь даровал это таинство Евхаристии. Ведь перед Своим вознесением было заповедано: «Я буду с вами во все дни до скончания веки». И это единение как раз и осуществляется в этом таинстве Евхаристии. Отец Михаил, ну вот умом, умишком, конечно, очень сложно постигнуть, да даже не то, что, даже и дерзать, наверное, не стоит постигнуть тайну Божью. Но тем не менее, вот мы сейчас с вами сидим, мы говорим, об этом нужно говорить, потому что должны телезрители знать о главном деле всей жизни, потому что пока служится божественная литургия на земле, так и земля поэтому стоит, да, отец Михаил? Вот я где-то читала. И милость что... Божия не прекращается, и естественно, любовь всегда будет побеждать зло. Поскольку ведь мы же всегда прославляем Господа, как поскольку Господь есть любовь, это многократно повторил святый апостол Иоанн Богослов в своих писаниях. И по этой любви мы всегда можем пребывать в любви между собою и также в любви, пребывая с Господом. Невозможно пребывать в любви с ближним, не любя Господа, поскольку источник всех благ и высшего познания любви является Отец Небесный. Отец Михаил, вы говорите, что добро всегда побеждает зло. Жизнь говорит обратное. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что торжествует зло, а добро попираемое. Нет, дело в том, что именно добро можно победить зло, поскольку жду всегда, зло всегда порождает зло, и если злом пытаться зло остановить, этому будет никогда конца и края не будет. Но то есть око за око нет? Око за око в Ветхом Писании говорилось, вот там и шла речь о праведном воздаянии за определенное преступление, то, что наказание должно быть равным преступлению суделанному, а никак не уменьшаемое. Это в контексте Ветхого Завета. То есть, если человеку нанесли какую-то обиду или очень сильно он разгневан, он вынашивает планы мести, это нехорошо? В всяком случае, это возможно только между людьми, которые в каждой жизни сталкиваются или по работе, или по другим каким-то связям, или же в семье. И если человек за обиду будет пытаться совершить месть, такое общество людей просто лишь не удержится в единении, а всякое разделение приводит человеческое общество в упадок. А если человек сумеет по заповеди Божьей простить и претерпеть на себе, ведь все равно человек может быть в заблуждении или в обманутом состоянии сделать злое. Но если человек узнает, что все довольно не так, как ему первоначально казалось, никто никому не запрещает прийти, извиниться, попросить прощения перед кем мы провинились. Сейчас вот слушают нас телезрители и говорят: ага, сейчас разбежались, побежали виниться и так далее. Потому что, наверное, это одно из самых сложных качеств — попросить прощения, особенно когда ты не виноват, да, телезрители? Вот ты не виноват, а нужно просить прощения. То есть себя нужно смирять, получается? Человек просит прощения, когда он, естественно, понимает, что он виноват. Но если смотреть в общении между людьми близкими, там всегда виноваты обои. Нельзя сказать, что между близкими людьми одна только лишь один человек, другой совершенно не виноват. Тут же всегда необходимо просить прощения. Ведь мы сейчас только лишь говорим о нашем мире, а если взять пораньше, когда были... по апостолу Писания в Деяниях, что они единодушно пребывали всей семье. Христианская община была как единая семья, и они жили все вместе, и взаимоотношения были как в семье. Поэтому укор кого-то либо, подозрение кому-то либо, неумение просить прощения и примирение, содержать чувство примирения в общении считалось, это также согрешение, поскольку если пребывает среди общины любовь, то также должен быть между всеми и мир, естественно. Да, мир и любовь. Отец Михаил, вот смотрите, существует в церкви это или традиция, или это обязательно в православной церкви. Нельзя подойти к чаше святого причастия, конечно, минуя исповедь. Почему? Прежде всего, человек должен примириться со всеми. И это все призывают, что человек, когда он примирился со всеми, он становится достойным прийти к причастию. Если человек терпит ненависть, месть и злобу, он не является достойным к чаше подходить к причастию. И не только же надо покаяться внутри себя, признав себя виновным,
перед кем-то либо, но также необходимо свою вину загладить прощением ради того, чтобы среди общества христианского вновь возобновился мир и любовь. И если, конечно, необходимо человеку не только лишь готовиться примирением, но прежде всего необходимо соблюдать и пост, и молитву читать, но также, если человек думает, что само чтение его заменит отказ от примирения с ближним, это совершенно не так. Ведь любовь есть исполнение закона, пребывая в любви, пребывает Бог. Это является главным критерием любовь в соизмерении всех ценностей земных. Отец Михаил, скажите, пожалуйста, насколько часто нужно принимать участие в таинстве Евхаристии, вот христианину? Вопрос этот был на разных периодах веков по-разному рассматриваем. Но это имеется в виду, в каком состоянии община. Ведь первые христианства люди причащались все в церкви, полнота, вся церковная, каждое воскресенье. Собирались каждое воскресенье, и все участники литургии были также участниками святого причастия. Это было неотъемлемым участием, участвовать в причастии, кроме, конечно, оглашенных и кто был под запрещением. Но оглашенные – это кто? Поясните, пожалуйста. Это в древности были те, которые еще не приняли крещение, они могли быть на литургии до окончания ектении обоглашенных, а также уже когда начиналась литургия верды, они имели право присутствовать, поскольку они имели еще право возможности подходить чаще, поэтому и оставляли собрание и уходили из него. Только лишь верные, которые были участниками таинства причастения, они были до окончания литургии и также приобщались святых тайн. Ну да, есть такие слова во время литургии «изыдите оглашенные». Да. До сих пор это все сохраняется еще из древности. А может быть, никогда не возникало вопроса, что столь древний церковный ход службы и, может быть, ну вот как сейчас, стремление к обновлению, изменению, сокращению? Если в наше время, скажем, практически все крещены, ну, надо брать во внимание, что оглашают не только лишь те, кто крещены. Это те, которые находятся под епитимией за причащение от причастия какое-то определенное время. Или те, которые совершили грех, и совесть им не разрешает. Конечно, сейчас никто не покидает храм, но, тем не менее, молитвы о них не надо прекращать. Угу. Вы знаете, в Российской империи до революции, чем больше преуспевала она в материальных своих благах, тем больше оскудевала духовная жизнь. И есть даже сведения, что христиане причащались только раз в год. То есть они подходили к чаше святого причастия раз в год. Нет, дело было, что указано, что не менее раз в год причащаться. Не менее одного раза в год. Но тем не менее это не является правилом. Это как бы было так, крайность, которую уже нельзя переступать. Но тем христианин должен тем более чаще причащаться. И если мы причащаемся, конечно, в период 40 дней, самый многодневный пост, причащаемся день ангела, день рождения, но человек должен причащаться тогда, когда зов его до души, и раз в месяц необходимо человеку, естественно, христианину причащаться. Да, это, конечно, личное, это необходимо самому человеку сам почувствовать стремление к этому. Не надо таинство причащения рассматривать как необходимость какую-то, которую он четко высчитывает по времени. Но только лишь те, которые достойно причащаются, Господь дарует свою благодать. Ведь там благодать, которая возрождает человека в более духовном мире, он его восстанавливает и дает возможности благодать к святости, которая человека и удерживает, и ограждает его от всякого злого. Если человек пребывает в сердце в любовь, он, конечно, простит. Отец Михаил, но ведь сколько людей, которые, приняв святое крещение, никогда больше не переступают порог православной церкви. И так и уходят из жизни, даже ни разу не причастившись. Они не наследуют Царствие Небесное? Дело в том, что крещение – это вступление в церковь, а вся жизнь – это необходимо пребывание в церкви. И если человек только лишь вступил в церковь и больше в ней не пребывал, конечно, нельзя назвать, что это человек церковный. Насчет спасения и неспасения мы не имеем права рассуждать, поскольку все судит только лишь Господь, и все будут судимы по делам. Но человек, который пребывает в церкви, ему легче пребывать в заповеди Божьей, ему легче пребывать в той благодати, которая преподается через таинство церкви. Эта же благодать ему содействует
возможности соблюдения заповедей Божьей. Те люди, которые хоть раз читали канон ко святому причащению, и кто хоть иногда подходит, присутствует на литургии, знают, насколько сложно готовиться к таинству святого причастия, потому что нужно вычитывать огромное количество молитв. И я думаю, что именно это количество и тормозит многих, потому что отец Михаил по-честному, не всегда есть силы. Я уже молчу про желание, ну, то уже особая статья. Вопрос в том, что, конечно, сейчас есть правило читать 4, 3 каноны и 4 канон, и молитву ко святому причащению. Но надо брать во внимание, что это сейчас возможность стоит, поскольку мы все являемся людьми более грамотными, имея возможность это все читать. Естественно, до революции, когда больше половины населения в сельской местности, естественно, было безграмотным, конечно, они ничего не читали. Они заменяли свои молитвы краткими молитвами, которые знали наизусть. Тем не менее, их всегда допускали к причастию, и никто не менял вину о том, что они какой-то канон не дочитали. То есть главное не читать. Не надо смотреть, что это надо читать в один день. Угу. Если человек действительно занят, он может чтение канонов прилететь на день раньше или на два дня раньше. Но, конечно, правило к причастию, естественно, надо читать уже именно накануне причастия. Оно не такое длинное, если человек уже знаком с текстом, неоднократно его читал, много времени оно не занимает. То есть не так все не так все сложно, как кажется на первый взгляд, да? Если человек имеет твердое намерение, у него всегда получится. Ведь молитва это тоже труд, а каждый труд, оно всегда поначалу идет в тягость. Поэтому тут тоже есть своя тягость, и этого не надо бояться, просто это все преодолевается с помощью Божьей. Отец Михаил, почему церковь рекомендует христианам бывать на литургии каждую неделю? Ну, потому что каждую неделю литургии совершались еще со времен апостольских, и неделя – это день воскресный, тот день, когда Господь воскрес. А само воскресение – это своим воскресением Господь даровал залоги нашего спасения. Он первый среди умерших, который воскрес, и также Господь воскресением открылись нам врата рая, и человек тоже имеет теперь возможность наследовать жизнь вечную. До этого, до воскресения Христова, рай был закрыт, и люди не попадали, поскольку все пребывали, даже ветхозаветные праведники, в преддверии рая, ввиду того, что полное воздаяние благодати они не могли еще наследовать до воскресения Христова. Вот, кстати, о жизни вечной. Очень часто, когда человек уже стоит на грани жизни и уже практически двумя ногами в том мире, очень важно, чтобы подошел священник, к нему подъехал, и человек исповедовался и принял святое причастие. И даже говорят, что тот, кто в день смерти причастился, тот минует вот эти кордоны мытарств, которые удерживают душу. Дело в том, что нельзя высчитать свой день смерти, естественно, вот. И никак невозможно прямо в день смерти причаститься. И никогда не надо откладывать этот день смерти, угу. Потому что человек должен сознательно исповедоваться, сознательно причаститься. И тут никак не можно ставить временные какие-то преграды или же высчитывать, что чем ближе к смерти. Ведь зачастую мы не только не знаем день нашей смерти, но мы не знаем наше состояние, в каком именно болезненном состоянии мы будем. И если человек уже не в сознании, а любое таинство необходимо принимать в сознании, поскольку человек сам участник этого таинства, и требования необходимы, чтобы он был осознанный. Если человек потерял сознание, уже, увы, он не может исповедоваться. А если не может исповедоваться, он не может причаститься. То есть лучше не откладывать, никогда, да? Не ждать там, ну, я умру на следующей неделе, а лучше сделать... Даже лучше не откладывайте. Врачи говорят о времени, лучше никогда ничего не откладывать. А тем не менее, этот вопрос вообще исчезает, если мы говорим о том, что причастие – это то таинство, которое человек должен постепенно и всегда готовиться, и в нем участвовать регулярно. Нельзя ждать, когда именно человек особенно заболеет всерьез. Ведь болезнь для того, чтобы человек причастился, мы должны участвовать в Евхаристии под своим призванием как христиане, чтобы единение наше с Христом было неразрывным. Отец Михаил, ну можно ли сравнить таинство Святой Евхаристии с неким пиром, который готовит царь и на который он зовет всех? Это прежде говорит о том, что Господь всегда все ждет к себе. И участие в царском пиру прежде говорится о том, что даже те, которые были позваны, они были позваны все-таки царем, а не кем другим.
они отказались ввиду своих житейских каких-либо забот, которые перечисляются на то время, им казавшись важнее, чем участие в царском перу. Поэтому они лишены были этого участия по своему же естественному отказу, за своим же личным выбором. Люди приходят на литургию, они стоят литургию, но они не подходят к святой чаше. Значит, они просто издали наблюдают царский пир? Можно даже так сказать. То есть они в данное время... Нет, есть разные возможности. Бывает, что человек не в состоянии по многим причинам, конечно, которые являются актуальными причинами. Конечно. Но если человек длительное время не стремится, не желает, конечно, в это время сам себя лишает этого участия в царском перу. А вот великий есть Евхаристия. Отец Михаил, а есть еще один нюанс. Чем реже человек бывает на литургии, и тем более, чем реже он причащается, тем, как говорят старцы, очерствевает его душа. Это правда? Ну, конечно. Ведь это то богослужение, которое является венцом суточного круга богослужения или сама литургия. И участие в литургии, там возносится молитва всех о всех. Каждый молится и о себе, и все участника, и о всех, о ком просят участие в литургии, также помолиться по той или другой причине, не присутствующий в данное время на службе. Поэтому, если человек длительный период не бывает на литургии, он сам себя лишает той молитвенной поддержки, того молитвенного щита, который должен всегда к нему прибегать. Ну вот вы говорите, что во время литургии молятся за всех и за вся. То есть православная церковь во время литургии молится за весь мир? Конечно. Ведь молитва это является единением. И каждая литургия служится, и мы воспоминаем на литургии предстоятелей церквей, а сам предстоятель каждой церкви воспоминает всех иных предстоятелей церкви. То есть это молитвенное звено, оно всегда едино. Независимо от того, есть люди на литургии, нет, но священник стоит у престола и молится. Мы, имеется в виду, что когда мы поминаем предстоятелей церкви, мы поминаем также и всю его церковь. И когда сам, скажем, патриарх поминает иных патриарха, он также поминает в лице и в имени его всю церковь, скажем, другой помест Александрийской и Антиохийской церкви, и таким образом осуществляется единение молитвенное. Это молитвенное единение всегда на литургии осуществляется. А вот говорят, что во время литургии Небесная Церковь соединяется с земной церковью. Это как, отец Михаил? Это имеется в виду в самом таинстве в Евхаристии, когда по учению Святоотеческому ангелы также присутствуют на этом великом таинстве. В том таинстве, которое непостижимо никому. Когда пречистый хлеб и вино претворяется пречистую тело и кровь Господню. Ну, я уже говорила, что понять это умом невозможно, можно только верить, да? Вот ведь вообще в вере есть такие нюансы, да и нюансы. Вероисповедание и есть те истины, которые только надо необходимо человеку да, верить. Да, которые понять невозможно. В этом случае мы должны знать только лишь то, как Господь заповедовал. Я все сказал вам о том, что слышал от Отца Моего. Это все, что необходимо для нашего спасения. Что же нам непостижимо и для нашего спасения не является необходимым для познания, то одна сокрыта. Ведь человек ограничен в своем познании, даже истин земных, не говоря уже о истинных божественных. То есть, отец Михаил, невозможно смысл жизни тогда в чем? Мы для христианина знаем, смысл уже... жизни прожить да. так, чтобы наследить жизнь вечную. Для христианина. А каждый человек, если он придерживается заповеди Божьей, то у него есть своя шкала ценностей, о которой он ориентируется в тех и других своих действиях. Прожить свою жизнь, чтобы наследовать Царствие Небесное. Но эта земная жизнь, она дана, и надо ее жить. Иногда ее жить тяжело, иногда ее жить практически невыносимо, но ее надо жить, отец Михаил. Ну, конечно. Раньше была пословица: никому не досаждать, никого не осуждать, и наше вам подчинение. Так в древности, ну, как до революции было пословица этого старшего поколения, и такими маленькими принципами многие придерживались. Даже люди зачастую безграмотные, но тем не менее их любовь к ближнему даровала возможность иметь терпение и смирение и трудолюбие. Терпение, смирение и трудолюбие. Какие-то не совсем современные слова, отец Михаил, мы сегодня глаголим в нашей программе. Но... Без этого общества тяжело просто жить. Если нету среди общества терпения, тогда будет только лишь вражда. Да, вражды и так хватает. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы
было и терпение, а главное – любовь, да, отец Михаил? Любовь побеждает все. Все является тем, если мы стремимся иметь дух любви в себе, тогда будем иметь все остальные добродетели, которые заповеданы нам Евангелием. Отец Михаил, спасибо вам большое, потому что сегодня мы говорили о таинстве Евхаристии и Святом Причастии, и я думаю, что телезрители и ваши души тоже просветились, и я думаю, что вы поняли, что не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. У нас в гостях был настоятель Свято-Никольской соборной церкви города Николаева, протоиерей Михаил Бойко. Отец Михаил, спасибо вам большое. Спасибо. Друзья мои, ну пусть будет любовь, хорошо? А все остальное как-то оно уже приложится. Це була розмова на тему. На все добре.